В школах отменили антиковидные ограничения. Администрация передумала строить павильон на Октябрьском рынке. И слишком радужный прогноз погоды от главных синоптиков страны. Все подробности в рубрике «Короткой строкой». Главный санитарный врач России Анна Попова отменила антиковидные ограничения в школах. Действовать отмена ограничений будет с 26 марта. Во время экзаменов отменена зигзагообразная рассадка учеников. Отменились требования о закреплении за каждым классом отдельного кабинета. Также теперь можно не предъявлять медицинскую справку, если учащийся был в контакте с больным коронавирусом. Торги на строительство павильона Октябрьского рынка отменили. Приказ размещен на сайте госзакупок. Судя по всему, строить новое здание рынка передумали. В причинах отмены торгов указано изменение потребностей центрального рынка в закупаемых работах. На строительство павильона рынка хотели потратить 177 миллионов рублей. Синоптики Гидрометцентра России рассказали о прогнозе погоды в стране на ближайшие полгода с апреля по сентябрь. В течение 6 месяцев на всей территории страны не ожидается погоды холоднее климатической нормы. Май прогнозируют особенно теплым для всего Приволжского федерального округа, куда входит и наш регион. А лето обещают теплым и сухим. Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что это только долгосрочные прогнозы. В прошлом году он оправдался на 72%.